Я бы, наверное, не бухал, но я уже не бухаю. Что могло бы меня сегодня апдейтить, сделать, не знаю, немножко лучше, легче? Без понятия. Наверное, я ничего бы не менял все-таки. То есть, ну куда мне легче у тебя? Размер М уже с XL. Ну, да. Не, я как раз думал до того, как я жестко занялся спортом, что, наверное, если бы я не употреблял там в детстве, я был бы немножко поздоровее сегодня. Но когда я проходил последний месяц там 10 тренировок, несколько тренировок в день, там, а по 10 километров бега и так далее, я понял, что, бля, не, ничего себе, не навредил. Нормально себе. Блин, я не знаю, что бы я поменял. Я бы поменял, не знаю, как бы, что бы изменилось, если бы я вернулся в 2011 году в Гамбург и не реагировал на Мирона так токсично, постфактум. Вот были у меня такие мысли, когда... Ну, потому что в последнее время я очень много был вынужден говорить про это. Я помню, не помню с кем, но мы говорили об этом. Я подумал, ну, типа, что я сделал не так? Ну, наверное, потому что я стал на это реагировать токсично, стал его там цеплять. И в моей ситуации я выглядел еще хуже, чем выглядел и так. И насколько это изменило бы все, и где бы я сегодня был, вот хуй знает. Поэтому я, наверное, даже... Ну, возможно, это был тот трудный путь, который тебе стоило пройти, чтобы сейчас чувствовать себя вот так вот легко. Бля, ну да, это типа мои любимые фильмы, которые я смотрел, там типа «Карате Кид», он приезжает в новый город, его там пиздят. Это там... же всегда, это всегда путь. Это всегда «Призрак Брюс Ли» его делает бойцом. Димон, я тебе честно скажу, не меняй ничего, ты охуенный так. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо огромное, очень рад с тобой побазарить. Друзья мои, если вы досмотрели до этого момента, это значит, что вам нужно дать шоколадную медальку из чистого золота, повесьте себе на шею, чтобы видеть на улице таких же людей, а их будут миллионы, тех, кто досмотрел это видео до конца, потому что это был насыщенный, классный, просто инъекция ностальгии, инъекция кайфа прямо в мозг, замечательный подкаст VS Rap. Меня зовут Федя Букер, рядом со мной несравненный Дмитрий, директор Бамберг. И немножко известный... шока. Да, друзья мои, я сижу, кстати, в Худосе в поддержку Юрия Хованского. Вам он может нравиться или не нравиться, но Юрий Хованский не террорист и не должен сидеть в тюрьме. Лично от меня свободу Юрию Хованскому. Подписывайтесь на меня, на мой инстаграм, тикток, ВК, слушайте мои песни, песни Димона, на VS Rap тоже подписались, на канал, на инстаграм, шмотки купили, мой мерч тоже покупайте, мерч Димона покупайте. Друзья, дел до хуя, так что лучше поставьте на паузу, отмотайте назад и все за... Пишите. Меня зовут Федька Букер. До новых встреч. Охуенно. Спасибо, блядь, очень большое. Спасибо большое. Охуенно.